Сегодня хотелось сообщить вам не совсем приятную новость. Рассталась известная пара Беркай Хардал и Хира Коинджиоглу, которые сыграли роли двух влюбленных в сериале «Стамбульская невеста». Молодая пара начала встречаться и жить вместе еще до съемок сериала «Стамбульская невеста», в котором они сыграли около двух сезонов роли Мурата и Баде. Согласно новостям, с фронта Хиры отношения между парой испортились месяц назад, и они приняли взаимное решение о расставании. Также стало известно, что из-за интенсивного графика работы Беркай Хардал, исполняющий главную роль в сериале «Любовь ангелов», не смог уделять достаточно много времени своей любимой.